Вы знаете, я работаю много лет, я здесь родился, здесь и пригодился. И разная была власть в области, и могу сказать однозначно, что такого внимания к людям и к промышленности я не помню, если честно. Даже вот если судить по тем же экономическим форумам, которые проходили во Владимирской области, не было такого ни разу. Представьте себе, некоторые представители власти, значит, приезжали в город, проезжали мимо строящегося предприятия и даже не заходили. Хотя вот сегодня Светлана Юрьевна, она очень серьезное внимание уделяет промышленности, потому что это основа. То, что область меняется к лучшему, ну, это может не видеть только слепой. Да, есть недоработки, есть шельмование, которое идет. Ведь, вы знаете, критиковать всегда легче того, кто работает. Вот когда человек делает, а человек со стороны просто критикует, он может сказать, а вот это не так, а вот это не так. Ну, приди, сделай так. Приди, пожалуйста. Но у нас почему-то вот все, кто критикуют, они не хотят заниматься конкретным делом, а только критиканством. Значит, меняется все. Значит, даже вот на примере нашего города, да и области, я как бы руководитель областного уровня, меняются дороги, меняется медицина, меняется коммунальное хозяйство, меняется к лучшему. Даже вот судя по переселению граждан с аварийного, с ветхого жилья, ну, это же очевидно, то есть вкладываются огромные деньги, спортивные объекты, вкладываются деньги. То, что сегодня все силы объединены на добрые дела благодаря президенту и благодаря, значит, усилиям команды губернатора, то это однозначно. Мы давно этого ждали. Мы же были разрознены все. Все. Мы не знали друг друга, руководители. Вот мы первый раз друг друга увидели на первом экономическом форуме, где присутствовало 30 предприятий, а на последнем было 300. Представляете? И мы сегодня сотрудничаем друг с другом. Ну, это же главное. Это вот создание той атмосферы, которая направлена на улучшение жизни каждого человека.